I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Вот таким зажигательным танцем встретили нас ребята из Центра дневного пребывания детей «Время чудес». Здесь каждый день настоящий праздник с множеством игр. С утра делаем зарядку, потом мы идем кушать, а потом футбол, там, сабантуй. Нас очень хорошо кормят. Тут весело, разные конкурсы, эстафеты, футбол, пинербол, вкусно кормят. Ну, что больше всего понравилось? Ну, играть на турнирах. Мне понравилось все. Наше воспитание, как мы развлекаемся, как нас кормят повара. В лагере очень весело. В это время в башкирской гимназии работал центр дневного пребывания «Радуга». В прошлом году здесь был открыт лингвистический лагерь, а в этом году организаторы выбрали спортивно-оздоровительное направление. Для меня ценное было то, что мы в этом году с детьми купались. Да, боялись, но... Мы провели инструктаж, провели большую работу на берегу реки с работниками, вот там охранники есть, и вот пытались каждый день по 10 человек детей купать. Это для них было и в новинку, и интересно, и весело. Было опасно, но все-таки мы рискнули. Мне кажется, ничего страшного в этом нет, когда все взрослые работают в одну точку. В этом году в центрах с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций уже отдохнули 250 агидельских школьников. В трудовых объединениях с организацией горячего питания были заняты 100 человек. В санаторно-оздоровительных лагерях «Карлугач» и санатории имени Чехова, а также в Красноусольском детском санатории отдохнули 46 человек. Еще двое смогут посетить детские лагеря отдыха в Крыму. 30 агидельских ребят даже смогут в них поработать. Также в Агидели в каникулы работают дворовые и спортивные площадки. Ура!